Всем привет, мои дорогие любимые зрители, любители парфюмерии. Сегодня расскажу вам мой топ-5 ароматов дублей. Будут представлены мои парфюмерные дубли, то есть это будут ароматы, которые я повторила. Самый лучший показатель, я считаю, нравится аромат или нет, это когда у меня лично появляется флакон номер 2. То есть одинаковый флакон того же самого аромата. При всем изобилии парфюмерии, которая есть сейчас у нас на рынке, представлена в магазинах, когда я покупаю второй такой же флакон какого-либо аромата, это уже очень характерный показатель того, что этот аромат входит в мой топ самых любимых ароматов, которые я даже вот так вот повторяю. Покупаю вторые флаконы. Первый аромат из моего сегодняшнего топ-5 ароматов дублей – это Gucci Flora парфюмерная вода. Я уже показывала вам в видео про мои любимые ароматы этого малыша. Флакончик 30 мл. Но я всегда падка на всякие разные спецпредложения. И в Rive Gauche был хороший парфюмерный набор парфюмерной воды Gucci Flora 50 мл. Который эти 50 мл парфюмерной воды идут вместе с кремом для тела, с лосьоном для тела. И у моего малыша появилась подружка такая, покрупнее. 2010 год, группа ароматов цветочные, цитрусы, пион, мандарин на старте, в средних нотах османтус и роза, сандал, пачули, розовый перец в базе. Именно поэтому этот аромат мне нравится, потому что здесь присутствует перец в базе и цитрусы. Поднимает настроение мне этот аромат всегда, потому что он цитрусовый. Очень хорошо он идет зимой, в зимнее время. И здесь не просто цитрусы, такие летящие, звенящие, один в один цитрусы. Здесь парфюмерная красивая композиция с цветами и с розовым перцем. Первые мои ароматы дубли в моем топ-5 – это Gucci Flora парфюмерная вода. Номер 2 в моем топ-5 ароматов дублей, ароматов, которые я повторила, это Dolce & Gabbana парфюмерная вода Parfum. Кстати, вот в этом видео можете посмотреть парфюмерию, которую я не куплю, мои парфюмерные кошмары. Я там говорила, что в Dolce & Gabbana ничего не могу найти, но я забыла. У меня хранился специально, видимо, до той поры хранился этот флакон пустой Dolce & Gabbana Parfum, парфюмерная вода, до тех пор, пока я стала снимать свои видео. И я вспомнила, что эта парфюмерная вода мне очень нравилась, я решила ее повторить. То есть, все-таки в Dolce & Gabbana что-то я нашла для себя, хотя в том видео я говорила, что так и не могу ничего для себя найти. Вот такой у меня малыш появился. Dolce & Gabbana Parfum парфюмерная вода. Здесь в базе маршмеллоу. Год выпуска 2012. Группа ароматов цветочные. Верхние ноты малина, мандарин, нероли. Сердце жасмин, апельсиновый цвет. В базе ваниль, гелиотроп, маршмеллоу и сандал. Очень деликатный аромат. Не похож абсолютно на другие ароматы Dolce & Gabbana. Узнаваемый аромат. Здесь приятная сладость малины, гелиотроп и вот этой пастилы, маршмеллоу в базе. Дорогой аромат, дорого звучит, никакие ноты здесь не выбиваются, идеально сбалансирован, хороший аромат. Топ-5 ароматов, которые я повторила, дубль моих ароматов, Dolce & Gabbana Parfum, парфюмерная вода Eau de Parfum. Ну и как же будет мой топ-5 без моего любимого аромата на все времена? Раз, два, три. Это все были коробки от флаконов Eccentric Molecules, Eccentric 01. 100-миллилитровые флаконы, 3 штуки. Это только за последние 2 года. Еще, наверное, 2 флакона, 2 коробки я уже выкинула. Как только я его нашла для себя, этот аромат, я с ним не расстаюсь. Постоянно его повторяю. Из видео в видео я не перестаю восхищаться этим ароматом. Это Eccentric 01, мой любимый лимон и перец. И загадочная молекула Isoe Super.
Здесь оставлю обзор ароматов моих. Можете там посмотреть, там разные будут обзоры ароматов. И в частности, этот аромат Eccentric 01 Eccentric Molecules будет в тех моих обзорах частенько мелькать. Обожаю этот аромат. Сам по себе он очень вкусно, классно пахнет. И также его можно смешивать, наслаивать на другие ароматы. Он будет усиливать и улучшать звучание других ароматов. Номер 3. Ароматы, которые я повторила. Eccentric 01 Eccentric Molecules. Следующие ароматы, которые я повторила, еще не успев добить первый флакон. Первый флакон 60 мл Indian Dream. Не успела его еще даже допользовать. Подумала, вдруг что-то пропадет из продаж, хотя я думаю, этого никогда не случится. И приобрела Indian Dream 120 мл, чтобы уж наверняка не остаться без этого аромата. Самый мой любимый аромат Монсера. Там же, в том же самом плейлисте обзор ароматов, не раз его увидите. Кстати, если вы еще не подписаны на канал по каким-то причинам, обязательно подписывайтесь прямо сейчас и нажимайте на колокольчик. Обалденные цветы, ваниль, гелиотроп, белый мускус, ветивер. Это такое необычное сочетание, такого я нигде не слышала. Это сочетание роскоши и денег. Аромат, в который хочется завернуться, укутаться в него. Просто роскошный, великолепный аромат. Купила к 60 мл такой бидон 120, чтобы наверняка не остаться без этого аромата. Я думаю, что я еще не раз его повторю, если я использую флаконы, которые у меня есть. Monsera Indian Dream. Номер 5 в топ-5 ароматов, которые я повторила, это Calvin Klein Deep Euphoria. Цветочно-шипровый аромат 2016 года выпуска. Черная роза. Но черная роза — это опять же какое-то обозначение для парфюмеров. Они так обозначают какие-то свои химические композиции. Вот так вот для них звучит какая-то черная роза, которая в принципе в природе не существует. Пион, герань, жасмин. Все это в средних нотах. Каскалон, лист мандарина, белый перец. Мой любимый перец на старте. В базе мускус, пачули и древесные ноты. Молекула каскалон. Синтетическая молекула, которая придает нотам морской свежести. Ноты морской свежести и прохлады, как будто бы рядом море. И также добавляет в аромат, это молекула каскалон, соленые нюансы морских водорослей. Очень красивый, необычный аромат. Звучит намного дороже, чем он стоит. Удивительно красивый женский цветочно-шипровый парфюм. Calvin Klein Deep Euphoria. Ароматы, которые я повторила. Два флакона по 30 мл. Купала я их, по-моему, в парфюмерных наборах вместе с кремом для тела и гелем для душа. И это показатель того, что аромат мне понравился, если этот аромат у меня в дубле продублирован. А я буду ждать вас в комментариях. Пишите мне свои дубли ароматов, ароматы, которые вы повторяете из раза в раз, возвращаетесь к ним. Это самый лучший показатель того, что аромат вы любите, аромат вам нравится. И для меня тоже. Даже не надо думать, ломать голову, вспоминать, какие ароматы вы любите. Просто смотрите дубли флаконов своих и видите ароматы, которые вам действительно нравятся, которыми вы пользуетесь так, что вы даже повторяете и дублируете их. А с вами была Света. Надеюсь, видео вам было полезно, интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. До встречи в комментариях и в следующих видео. Всем пока-пока.